Евгений Первышов для кубанской столицы человек не новый. Он долгое время работал в Краснодаре, а последний год занимал должность заместителя директора департамента в Министерстве строительства Москвы. По мнению Вениамина Кондратьева, мэром Краснодара должен стать человек, который хорошо знает город, его успехи и проблемы. И понимает, что нужно сделать для того, чтобы краевая столица стала еще лучше и в экономическом плане, и в благоустройстве. Учитывая ваш опыт работы и в округе Краснодара, и в городской думе Краснодара, в администрации Краснодара, вашу активную жизненную позицию, молодость, энергию, я считаю, что вы очень много сможете сделать для Краснодара и краснодарцев. И, конечно, здесь очень важно верить в себя, верить в этот город, верить в жителей, которые, на самом деле, тоже очень хотят, поверьте мне, очень хотят сделать свой город еще более краше, еще более процветающий, экономически сильнее. Я предлагаю вам выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Краснодара. И смело идти вперед. И реализовать все то, о чем мы сейчас с вами говорили. Я желаю вам удачи. Спасибо большое за такое, я бы сказал, даже не предложение, а ответственное поручение. Я постараюсь применить весь свой опыт, все свои умения и возможности на благо нашего города Краснодара. Задач перед новым мэром стоит много. Это в первую очередь проблемы благоустройства и ЖКХ, вопросы градостроительного комплекса, чтобы в новых микрорайонах появлялись не только многоэтажки, но и социальная инфраструктура, детские сады, школы и поликлиники.